Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 5 мая 2019 года. Я сейчас еду по улице Гоголя. Сегодня воскресенье. Я еду со службы. В общем-то, было здорово, празднично. И я сейчас еду, ну куда еду? Домой, конечно. Немножко хочу снять. Так, и вот здесь, вот на этой лавочке я сейчас остановлюсь. И немножечко расскажу о дне сегодняшнем и о своих планах. Ну вот я остановился здесь на улице Гоголя 224. Такой интересный особнячок, даже с каким-то шпилем, чуть ли не похожим на купол. Вот, оградка. Газончик огорожен, кованый забор, в общем, такой интересный особнячок. Вот. И что я хотел сказать. Вчера я, значит, занимался оцифровкой своих старых видеокассет, и скоро на моем канале, друзья, появится очень много видео, просто старых моих личных видеозаписей, которые я записывал, будучи на службе в УФСИН, в каких-то поездках, какие-то, может быть, дружеские или семейные посиделки. Вот. Но вы внимание, в общем-то, не обращайте на это. И кому не хочется смотреть эти записи, вы просто их не смотрите. А я их буду обозначать, наверное, все одинаково. Я вот не знаю, какое название придумать. Может быть, это будет со словом «архив семейный». Но это не совсем семейный архив, это архив еще и какой-то служебный. Вот. Я же когда служил в системе исполнения наказаний, вот, я тоже занимался тем же, чем и сейчас занимаюсь. Я постоянно что-то снимал, какие-то мероприятия. Я был не столько, ну, может быть, и как пресс-секретарь выступал, но еще и я как хронограф, вот, потому что мне было все интересно запечатлеть вот эти вот какие-то мероприятия, вручение наград, юбилейные вечера, какие-то концерты, проходящие в зоне, представляете, это же интересно. Зона, да, вот, допустим, строгого режима, и вдруг там концерт, осужденные и сотрудники, они как-то вместе готовят этот концерт, поют, номера такие. Ну, это, я думаю, это будет, в общем-то, интересно посмотреть. Во-первых, конечно, это я сирень показываю, очень красивая, пышная сирень. Так вот, друзья, а вот домики такие скромные, вот зелененький Гоголя 226 или вот этот 228, такой вот старинный дом. Так вот, друзья, это интересно будет, конечно, посмотреть и просто, может быть, зрителям, да, заглянуть туда, куда мало кто когда-то заглядывает, а я-то человек дотошный, я показываю какие-то детали, я показываю лица,
Вот. Ну и, конечно же, будет интересно посмотреть прежде всего ветеранам, сотрудникам. Я вот вчера смотрел запись 1999 года. Юбилейный вечер в лечебно-исправительном учреждении номер 4 города Читы. Это туберкулезная колония. Вот, какие там осужденные, они готовили этот концерт, они поют, но они такие худющие все. Вот, ну это просто вот поражаешься, как люди все-таки, несмотря ни на какие тяжелые условия содержания, а у сотрудников и нелегкие были времена службы, вот, потому что трудно было. В силовых структурах не выплачивали зарплату, и вот там даже в одном из выступлений, такое оно как больше похоже на выступление КВН, да, характерна такая там критика, что не платят нам государство ни зарплату, ни жилье не дают, но мы все равно будем выходить на службу. Ну вот так вот, все это весело, остроумно. Вот, поэтому это интересно. Ну и много будет записей. Вот, допустим, моя поездка в 2003 году в Париж и в другие там города, в Берлин, там, ну, Брюссель, Амстердам. Ну, тоже интересно. Она прежде, конечно, интересна для меня. Вот. А это 2003 год, я еще совсем молодой, у меня седины-то нету, вот. Поэтому это будет интересно посмотреть. Некоторые записи будут закрыты, они будут доступны, наверное, только по ссылке, но, может быть, за какую-то плату я буду их давать доступ, уж если вам очень хочется посмотреть. Может быть, вот запись как раз у моей поездки в Париж, она будет закрыта, потому что это... Ну, потому что она будет закрыта. Вот, не буду сейчас говорить всех нюансов. Вот, вот такие у меня планы, в общем-то, все. Сегодня день, вот видите, опять ветерок подул, и я в куртке. А вообще, конечно, достаточно сегодня на солнце жарко. Ну вот я сейчас еще раз, еще немножко проеду. Это улица Гоголя. Пересекается она с Красноармейской. Так, ну сейчас я посмотрю. Так, ну ладно, проеду, нарушая правила немножко. Вот. И опять я на Гоголя. Что-то я смотрю, вот случилось с грецким орехом. Какой-то он, деревья выглядят как-то очень блекло, и не знаю, как-то не здоровится, видимо, грецкому ореху в последнее время. Вообще весна нынче как-то затянулась, и зелень, я считаю, может, я так привык, но мне кажется, зелень какая-то жиденькая слишком. Ирисы интересного такого цвета. Есть голубые, а есть вот такие вот сиренево-фиолетовые. Так, ну и здесь я сейчас, наверное, закруглюсь. Это уже улица красно-зеленых. И вот смотрите, белая сирень.
красивая тоже белая сирень. Тут у нас идет воинская часть, видите, десантные знаки. Ну и улица Краснозеленых. В некоторых маршрутках говорят улица Краснозеленая. Ну это, конечно, неправильно. Краснозеленые — это партизаны, причем партизаны с красным оттенком, вот, которые боролись против спасения России, да, белогвардейскими частями. Ну, это вот, вот в истории они остались, а те, кто хотел сохранить историю, где они, где они? Где они, улицы белогвардейские наши? Ну, я думаю, будут еще, друзья, будут и улицы белогвардейские, улица Деникина будет, какой-нибудь проспект будет Деникина, будет улица Маркова, Семенова, ну и другие-другие имена вернутся к нам, и я думаю, уже скоро. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, до следующих встреч.